какой ты славный, лапки, хвостик, уши. Я сегодня манной каши не докушал, и тогда-то странный случай приключился. Медвежонок манный из комков слепился. Он чуть-чуть не прочен, глазки из смородин, но зато на прочих не похож уродин. А что был заметен, труд мой не напрасный, из брусники красный, язычок прекрасный. Я сказал Верзиле, дяде в магазине, сколько бы медведей к вам не завозили, нет у вас такого, ведь он же бесподобен. Он к тому ж удобен тем, что и съедобен. Дядя согласился и спросил покорно, почему твой мишка белый, а не черный, что он иностранный. А я ответил гордо, он из каши манной, и спина, и морда. Дядя был не глупый, это-то и гложет. Он сказал, что взрослый так слепить не может. А почему не может? Никто не угадает, просто каждый взрослый кашу доедает. Спасибо, всех с праздником, мы вас ждем.